Напротив автовокзала хабаровчанка на Хонде Фит спровоцировала аварию, из-за которой остановилось движение трамвая 6-го маршрута. Люди в этом ДТП не пострадали. Чтобы не затягивать простой вагонов, автоинспекторы постарались как можно быстрее освободить пути. Первым делом экспресс-опрос участников ДТП. Споров о виновности в этом случае не возникло. Автолюбительница объяснила, что не смогла удержать машину в колее и вылетела прямо в лоб Митсубиши Кантеру. Ехала вот по этой, получается, стороне, вот по... Ну, по этой вот. Понял. Ну все, ехала. Вынесла на полосу. И врезалась. Несмотря на повреждения, и Honda, и микрогрузовик все же смогли двигаться своим ходом. Автолюбительница уверена, что причиной аварии стал гололед. По словам девушки, ехала она не быстрее 40 км в час, когда Фит неожиданно повело в сторону. Машину словно кто-то невидимой рукой толкнул на встречную часть дороги. Ну, конечно, пыталась вырулить. Получается, одну машину вырулила, а в этого врезалась. А, то есть еще одна была, да? Ну, они-то были, они проехали. Ну, они, получается, тоже выровнялись. Я начала выравнивать и заскочила. А вот как все выглядело из кабины Митсубиши. Шофер подъезжает к автовокзалу со стороны улицы Серышева. Встречную иномарку разворачивает поперек дороги и выбрасывает на рельсы как раз перед кабиной Кантера. На этой записи видно, что ударов было все же два. Девушка еще и задела автомобиль, который двигался перед грузовиком. Водитель этого седана то ли не заметил скользящего удара, то ли не счел его серьезным. Во всяком случае, останавливаться он не стал, и даже когда затормозил у светофора, не вышел, чтобы оценить повреждения. С места происшествия Валентин Борисович. Разняк, Евгения Куликова и Павел Рогатин.